Хореография, соло, хоровое пение, виртуозное владение музыкальными инструментами, конкурс «Без границ» жанра и возраста. Более 50 коллективов, более 100 исполнителей приехали в Анапу на конкурс «Сотворение». На втором фестивале больше талантливых гостей из Краснодара, Новороссийска, Ижевска. Очень хорошо, что приехали коллективы из этих городов. Также был из коллектив, солистка была пианистка из Ижевска. В общем, много было довольно интересного. Нам приходилось довольно много отсматривать. Были мастер-классы наших педагогов. Так что вот сегодня на гала-концерте, я думаю, что увидят зрители лучше, и мы с удовольствием наградим и поздравим всех лауреатов. Гран-при второго конкурса забрали гости из Краснодара – студенческий хор Института культуры и искусства. Без инструментального сопровождения ребята не спели, а сыграли свой номер. Красиво, качественно, профессионально. На гала-концерте выступили самые талантливые из талантливых детей, подростков и молодежи. Жюри фестиваля отметило, уровень конкурса заметно вырос. И время проведения фестиваля – май – самое удачное для раскрытия новых творческих гениев. Наталья Пухальская, Алексей Мухортов, Игорь Куршаков. Анапа-регион.